Одной из важнейших задач в Краснодарском крае является создание комфортных условий для обучения детей в городах и сельских населенных пунктах. На Кубани в этом году обновят и модернизируют 640 образовательных учреждений. И в Славянском районе эта работа находится в центре внимания власти муниципалитета. Краевая программа благоустройства территории образовательных организаций очень активно реализуется в нашем районе. На эти цели выделено более 37 миллионов рублей. В этом году программное благоустройство дворов выполняется в 4 школах и 3 детских садах. Глава Славянского района Роман Синеговский, проводя выездную стройпланерку на объектах, вместе с представителями всех заинтересованных служб посетил детские сады и школы, где ведутся работы. В 5-м детском саду глава района положительно оценил асфальтирование двора и дорожек, отметив, как аккуратно и хорошо все сделано. Сотрудники образовательного учреждения поблагодарили его за внимание и заботу. Большой объем работ произведен на стадионе 1-го лицея. Роман Синеговский проконтролировал работу подрядчиков, соблюдение графика и качества. Осмотрел он и фронт предстоящих работ в 14-м детском саду, внеся необходимые коррективы. В 6-й средней школе поселка Совхозного запланировано асфальтирование и бетонирование территории, чтобы она отвечала современным требованиям. Особое внимание уделяется вопросам качества и соблюдению сроков подрядчиками. Школьники и учителя смогут учиться и работать в более комфортных условиях. Для этого будет сделано все необходимое.